Привет всем. Короче, снова больная тема. Снова будем говорить о тракторе UMZ. То приходят у меня там письма под видео, такие как не умеешь, не понимаешь, а начинаешь там типа гнать и так далее. Ну, попытаюсь объяснить сейчас, что и к чему, что я умею, что не умею. Что получается, что не получается. Короче, как-то так. В общем, всем привет. С пригорода Харькова, Украина. Поговорим, так сказать. Так, снова мы возле нашего Юрика. Тут вот пришел котяра, что-то рассказывает, жалуется, что я его не кормлю, наверное, хрен его знает. Вроде и кормлю, наверное, мало. Ты, жук лохматый, блин. Шо надо? Шо? Прикольно. Молодец. Короче, нормально, блин. Монстр, сука. Усатый. Что такое? Лезь на трактор, давай. О, молодец. Надо подальше, а то опять все гонят. Ага, хрен, я уже отошел. Короче. Ребята, я же недооцениваю. То есть не мандю на пускач. Не говорю, что пускач это зло, это плохо и все остальное. Это зло и это плохо, ну, по крайней мере, для меня. Я попытаюсь сейчас объяснить, что я знаю про пускач, что я умел и так дальше. Чтобы вы сильно, короче, каждый умничает. Да ё-моё! Сука, с колеса прыгнул. И в жопу. Надо еще подальше отойти. Короче... Стоял у меня здесь пускач, покупал я трактор с пускачом, пускач в принципе нормально работал. Кстати, когда купил трактор, покупал я его по дороге на Старый Салтов, как ехать с Харькова. Как же ж поселок называется, где-то помню спускаюсь я так вниз, потом поднимаюсь я наверх, вправо. Это такой вот спуск затяжной был. Как же ж оно, ну короче не помню. Этот поселок, да и мало кто этот самый про него знает, про этот поселок, кто меня смотрит. Ну, неважно. В общем, мы его привезли на бортовом ЗИЛу. И тогда первый раз в жизни я подошел к пускачу конкретно заводить. Я дергал, много дергал, на работе дергал. За дергалку меня просил бульдозерист, он их боялся именно дергать, как черта ему когда-то руку выбило. Именно дергал. Именно там рычаги туда-сюда первый раз. Все, у меня все получилось. Трактор, в принципе, у меня работал нормально на пускаче. Пользовался пускачом я мало, потому что пользовался мало трактором. И, как можно видеть, у меня тут везде бугры. С бугра он всегда стоял, запускался очень-очень-очень клево. Вот. Ну, когда надо было, он работал, этот пускач. Ну, и не всегда, правда, и хорошо. В один прекрасный момент у меня блок... Был лопнутый, я уже купил его с лопнутым блоком. Блок был лопнутый, тут затопленная аппаратура, есть такой вот штуцер входит в блок, и там была такая трещина по блоку, и масло у меня вытекало. И когда я начал заниматься сенокосом, и трактор у меня начал работать очень-очень, ну, короче, много, так скажем, я его начал ставить внизу, на ровной местности, чтобы мерять постоянно масло. И начал запускать же постоянно пускачом. Поначалу все нормально-нормально, более-менее нормально. Там с пятого раза запускался, с шестого, ну запускался. Потом я думаю, да не, фигня, ребята, надо что-то делать. Я там немножко поизучал этот там весь процесс работы, можно так сказать. Поехал на рынок, купил солдеповский полностью цилиндр. Купил солдеповский поршень и кольца. Все это было в бумаге, оно было новое. Я не собирался покупать, но я вообще ехал за кольцами. Ну так уж получилось, что человек продавал, и там что-то это за недорого все это дело на барахолке я его нашел. Вот. Все это дело перебрал, магнит у меня работал отлично, выставил зажигание, все, блин, классно. Карбюратор купил новый, поставил новый, очень плохо работал. Старый у меня, получается, мембранка подтекала, я поменял мембранку. И в карбюраторах, честно говоря, не сильно их люблю. Ну, в общем, все работало. Просто когда я запускал, надо было пальчиком иногда подсасывать его. И тогда он работал нормально. Если долго не подсасывать, он там секунд 10 поработает и глох. Допустим, зимой, когда надо подкачать, ну, то
то есть, чтобы провернуть его нормально. Все работало как часики. Все перебрано было, все было круто. Но в один из моментов я подошел к нему запускать хера. Полдня, мне надо ехать тюковать, меня ждут уже люди, грузчики, все ждут, а я не могу запустить трактор. И туда-сюда вроде искра есть, вроде уже и свечки поменял, и выпалил, и все, и зажигание перепроверил. Запускать хрена. В итоге накрылся бронепровод, поменял бронепровод, запустил, все нормально, поехал. Проходит недели две, был на поле, косил. Косил на поле, у нас газовщики проводили геодезию. Сейчас, наверное, на себя переключусь. Во! Вот так лучше. Короче, газовщики проводили геодезию и разлаживали кабеля. Они поставили метку, все, я между ними, между кабелей косил, а там в одном месте была петля. Я эту петлю на косу и намотал. Соответственно, заглушил трактор, приехали быстренько там оперативно мужики, потому что у них есть такая херня, короче, как там, не знаю, как-то оно передается, обрыв, там идет импульс, как они мне объясняли, и примерно все точки их там датчики в земле торчали, они под номерами. И оператор видит, где на каком датчику пропал сигнал. В общем, приехали, все, смотали, начало запускать этого дракона, вот это вот, с косой. Хер знает, где от дома. Пропала искра на магнета. Все, пропала, нет искры. Думаю, фигня, у меня новая магнета. Ставлю новую магнету. Новую, вообще, нульцевую, ни разу не работала. Руками крутил, есть искра. Ставлю на трактор, нет искры. Руками кручу, через раз. Ставлю на трактор, нет искры. Раз, два, там хлопнет что-то, и все, и до свидос. Давай я с двух одну, короче. Что-то там конденсатор, по-моему, переставлял, я уже не помню. Что-то, короче, еще там. С горем, блин, пополам, не знаю, как он схватил, я его завел. Приехал домой, нашел третью, там валялась солдеповская у меня. Магнета это, магнето оно, или магнето называется, хрен его знает. Поставил я эту магнету. Вроде запускалось все нормально. И этим же летом, получается, я еду, и меня залил солярку. Видать, в канистре что-то было. И меня периодически начал забиваться штуцерок на фильтре. И это, опять же, происходит все в поле. И начал я запускать свой пускач. Не с того, все, зажигание я уже и позже ставил, и все. Начинает меня херячить по рукам. И херячило так по рукам. Меня, короче, выбило мне палец. Палец посинел, просто нереально было запускать. Ну, видать, скорее всего, в магнете было дело. И я вот этот вот прекрасный день психанул и сказал, да мать его так, я зимой-то не пользуюсь. Пускач хорошо зимой, не спорю, охеренный плюс. Все заводит. Летом он нахер не нужен, этот пускач. Как бы он хорошо не запускался, как бы он хорошо не заводился, даже если с полтычка, даже если на этом пускаче стоит стартерок и все остальное. И ты все туфта, оно летом не нужно. Зимой, да, зимой, блин, пускач лучшая херня из со всего этого. Говорят, из 4-тактный пускач, не знаю, не видел. Честно говорю, не видел. Но летом пускач нахер не нужен. И когда я поставил стартер, я психанул, потому что пальцы синие, пальцы больные, то есть ноготь сползает, палец не сгинается от веревки. Я думаю, да ну нафиг. Быстренько мотнул я на лоск, наш всеми известный лоск, это, наверное, на всю Украину. И, наверное, не знаю, может кто-то и не знает. Вот, и купил там стартер, переходную плиту, вон она стоит. Поставил аккумулятор, все подсоединил, я теперь как человек. Да, зимой приходится греть, да, зимой приходится подогревать двигатель. Ну, я зимой снег только почистить, и все. А в этом году он грязище, грязище капитальное. Вот вроде вчера снег был, сегодня уже грязище, все. И он стоит, зачем мне его запускать? Он мне сейчас не нужен, он стоит и стоит. Даже он плуг, с плугом стоит до сих пор. Я еще плуг, вот уже Новый год. Через 2 часа, блин. А у меня еще с плугом стоит. Как-то так. И я не то, что там на него злой какой-то, либо я там не знаю, как мне писали. Да то ты просто руки из жопы, ты не знаешь,
как пользоваться им. Ты просто не вкурил, что это такое пускач, а твой типа говностартер, он нафиг тебе не нужен. Блин, ну, смотрите, уже 3 сезона на стартере. И за эти 3 сезона я даже ни на миллисекунду не усомнился в своих действиях. То, что я купил себе вот этого вот Юрика своего. То, что я, короче, купил на него, поставил стартер. И ради бога, считайте, что я кто-то сильно умный, считайте, что я не умею пользоваться этим чудо-аппаратом пускачом. Умею. Все, всем пока, в принципе. Скоро свидимся, я думаю, что-нибудь еще запишем.